Семья для ребенка является первым и наиболее главным социальным институтом общества. Но в условиях модернизации социальной жизни происходит разрушение традиционных структур семьи, что приводит к нарушению связи с другими поколениями. Для школьников изучение и популяризация наследия семьи и рода важно для сохранения национальной памяти народа, стимулирования и развития чувства патриотизма и интереса к истории. Наш проект поможет многим школьникам России заинтересоваться своей родословной, простыми действиями создать свое красивое уникальное дерево и поделиться им с родными и друзьями. Особенности проекта – доступность и простота использования, визуальная привлекательность интерактивного построения с функцией генерирования дизайна, возможность получения различной статистики и карты проживания рода.